4 ноября в районе театралки запретят парковаться. С берегов кировских рек убрали 1500 кубометров мусора. И наш город с Днем народного единства поздравит группа Любэ. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». 4 ноября в районе Театральной площади запретят парковать и останавливать машины. Ограничение будет действовать с 6 до 11 часов утра на улице Карла Маркса между сквером у фонтана и памятником Шаляпину, а также на стоянке между вторым корпусом ВетГУ и памятником Ленину. Ограничения для водителей связаны с проведением на театралке гражданско-патриотической акции в честь Дня народного единства. С берегов кировских рек убрали 1500 кубометров мусора. Очистка происходила почти на 300 водоемов области в рамках всероссийской акции «Вода России». В ней принимали участие школьники, студенты вузов, представители общественных организаций и чиновники. Ежегодная очистка рек от мусора проводится в нашем регионе с 2014 года. В Кирове стартовала акция по бесплатной утилизации старых автомобильных шин. Ее организовали активисты Общероссийского народного фронта и предприятия по переработке резины. Говорится, что выбрасывать или сжигать покрышки опасно для окружающей среды. Экологи рекомендуют сдавать старые шины в переработку. Специалисты из резиновой крошки производят полезные вещества. Акция по переработке продлится до ближайшего воскресенья. Со всероссийским праздником кировчан поздравит Николай Расторгуев. На сцене ДК «Родина» выступит легендарная группа «Любэ». Ее песни знают и любят меломаны всех возрастов. Композиции «Комбат», «Давай за», «Атас» и другие хиты обязательно прозвучат на концерте в нашем городе. Кроме того, кировчан ждут и новые песни. Концерт состоится 4 ноября в 17:00.